Так это тактика или истерика? Так і хочеться процитувати нині за 200-го Євгена Пригожина з його легендарними словами. Шайгу, Герасимов, где Рамзан Кадиров? Ну, правда, друзі, без перебільшення. Вся Російська Федерація сьогодні навколішках коментує цю тему. Нет-нет, что вы, он жив, он здоров, і почки у нього на місці. І сам он такой буквально пишет здоров'ям. До речі, пропишет, це справді так і є. Всі, абсолютно всі, виправдовуються, що із станом здоров'я Рамзана Кадирова все ідеально. Щоправда, соціальні мережі переповнюються винятково сумнівними відео, де з одного боку Рамзан є, з іншого боку встановити дату, тобто свіжість, як самого Рамзана, так і відео неможливо. Тож є в нас і чергова порція, як його ручний генерал каже, що заспокойтесь, Кадиров працює. Слишком яркая фигура, чтобы его не пытались все время, как говорится, очернить, убить, насколько это у них получалось бы. Ну, получается, того, кого не могут съесть зубами, едят всегда глазами, как говорится. Поэтому наши недоброжелатели пытаются сделать все для того, чтобы хотя бы какими-то фейками, как говорится, внести какой-то разрай. Ну, наверное, в наше поле интернет-ресурсов. Рамзан Ахматович жив, здоров, у него все хорошо, хвала Всевышнему. И повода беспокоиться у нас нету. Даст Бог, он еще будет долгие годы, как говорится, трудиться во благо нашего Отечества. Так что все хорошо. Всем тем, кто беспокоится о его здоровье, огромное спасибо. Действительно, Рамзан Ахматович человек заслуженный и у него сторонников в нашей стране очень много. Я считаю, что те люди, которые о нем беспокоятся, они являются настоящими патриотами. А всем же тем, кто считает, что у него что-то плохо или должно быть плохо, ну, им тоже Бог судья, пусть Всевышний их рассудит и тоже поставит на праведный путь. Скажем так. Щоправда, на супервеликих майданчиках, так що багато розповідати про Кадирова там не збирається. Ну, знаєте, цими днями достатньо інших проблем, ну, починаючи, наприклад, із Карабаху. Виявляється, що вірмени і сама Вірменія мають обов'язково молитися на матушку Росію. Виявляється, що вони захищають не тільки рускоговорящих, русских на території України, а ще й всю величезну Вірменію і весь вірменський народ, вони фактично завдячують великій Росії за те, що вони існують. Такий собі світовий жандарм, який вирішує долі націй. Вибирав. Я армянський народ. Мой муж Тигран армянський народ. В Росії живуть значительно більше людей, ніж в Армении. Мало того, що и те люди, которые живут в Армении, мягко говоря, не все выбирали Пашиняна. Ну и тем более все известные мне люди, которые живут здесь, с самого начала понимали, что это за Иуда и что это за гнида. Что сегодня случилось, колоссальная трагедия, как ты справедливо сказал, для армянского народа. Карабах – это армянская святыня. Это, ну, аналогию провести – это как Крым для нас, для русских армян. Человек и русский, и армянский, я не знаю, как это объяснить. Я родилась здесь и выросла в России. И сейчас, разумеется, в России мои все бабушки и дедушки здесь родились. И я этническая армянка при этом, чистокровная. И, конечно, это колоссальная боль. Это земля, не просто политая кровью, это земля, пропитанная кровью с многотысячелетней историей, которая вот так за один день просто уходит, и никого там, конечно, не останется. А теперь главный, как всегда, вопрос, кто в этом виноват? Виноваты в этом? Вы, родненькие, кто голосовал за этого Иуду, за человека без сердца, без чести, без совести, человека, предавшего святыню своего народа, продавшего свой народ с 19 века, с конца Кавказской войны, когда они бежали от очередной резни, их приютила Россия. И вот в итоге я, их потомок, возглавляю российский государственный СМИ.
До речі, вірмен, в принципі, по світі чимало. І не тільки в Російській Федерації. Але перше моє питання. Де ж Маргарита Сіманян? Ну, це ж родина її, вона ж в опасності. Святиню забирають. Возможно, вона взяла себе, своїх отпрысков, муженька пропагандиста. І як відправились в Карабах защищати святиню, вона ж етнічна армянка. Сама себе рассмешила. Звісно, ні. Понимаете, он дурилка картонный. Вот ему руку засунули и им шевелят. И от этого у него все это отчаяние. По поводу Зеленского, знаете, чего он не понял? И откуда у него вот эти все проблемы, связанные с коррупцией? Он, возглавляя аграрную сверхдержаву, он не понимает, что коррупция в Украине растет не корнями вниз, а корнями вверх. Вот она, ее прям, ну невозможно не заметить. Ну, ее невозможно не заметить. Может быть, это связано, вот все здесь стоят политики, да, такого объема внешнего финансирования в Украине не было за всю ее историю. Ну вот, просто не было. Схемы были, разные схемы были. Просто, и они сейчас работают, просто их нужно было усовершенствовать и подвести под, завышенный объем этих всех финансов, которые нужно как-то перерабатывать в этих всех схемах. В этом вся проблема. А то, что касается его поездки, ну, очевидно, провальная поездка, это понятно. Но это тоже происходит не случайно. И почему именно сейчас? Мне кажется, американцы просто хотят этого мальчика, которого они вот так вот взяли, как воздушный шарик, запустили, хотят приземлить. Но они где-то, знаете, хотят его так приземлить, просто поставить на грешную землю и сказать: Владимир Владимирович, вы там как-то соблюдайте, да, определенные правила, которые есть. Иначе, в противном случае, мы, вообще-то говоря, не приемлем вообще никакой импровизации. У нас слишком сложная ситуация. Они идут, в общем-то, по краю, у них там тоже напряженная ситуация. И любые вот такие вот, знаете, всплески какие-то эмоций у Зеленского, да, они очень сильно отображаются на позиции американцев, в частности, демократов. Зачем им это нужно? Мальчика надо просто поставить на место так, чтобы он не питал абсолютно никаких иллюзий, чтобы у него не было никакого коридора возможностей. Теперь по поводу возможности с кем-то договориться. Вы знаете, у каждого человека, наверное, в жизни наступает этап, когда вот хочется ну, все бросить и начать заново. Да? Просто мы имеем дело с людьми, у которых такое настроение появляется каждые 2 часа. Как с ними можно о чем-то договориться? Ну вот я просто на примере уже всего того, что мы пережили, начиная от Минска, Парижа, Стамбула и так далее, я вот вообще эту идею, как можно с этими, я не говорю, я не против переговоров, в любых форматах, но просто я за то, чтобы в переговорах принимали участие люди, которые способны реализовать достигнутые договоренности. В противном случае нет вообще смысла вести переговоры. Даже нет смысла о чем-то договариваться. Даже если вы о чем-то договоритесь, нет смысла, потому что это все не будет реализовано. Зачем тогда это все? Вот к чему эти все, так сказать, телодвижения? К чему они могут привести? Ни к чему. Только к тому, чтобы кто-то взял опять очередную паузу, опять перевооружился, опять люди шли на войну, опять умирали и так далее. То есть это не приведет к никакому миру. Я в этом абсолютно убежден. Ну вот просто с ними невозможно договориться. Я надеюсь на что? Я надеюсь на то, что все-таки заявка американцев о том, что выборы нужно проводить, это связано не столько же там, как сейчас вот пытаются объяснить, что, дескать, американцы просто хотят в очередной раз, ну, скажем так, продлить мандат Зеленского, чтобы он был как бы легитимным президентом. Я в эту историю вообще не верю. Вот я считаю, что ситуация будет складываться таким образом, что они вынуждены будут сменить этот режим. Просто. Вот. Просто сменить этот режим, потому что этот режим никоим образом не будет подходить под те новые стратегии, которые они будут вырабатывать в отношении России. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.